20 ноября 2019 год. Это видеоанонс о том, что в Красном селе с 11 до 12.30 также по средам будет работать открытая приемная. Если, по крайней мере, здоровья на все хватит, ну, соответственно, будем делать. Пока так. Если будут изменения, ну, добавочно сообщим. Да. И приемная, которая на углу Горького и Ветеранов с 14 до 16, она также продолжает действовать, работать. Так что приходите, высказывайте свои проблемы, ну и, соответственно, распространяйте, доводите. Будем вместе, если уж не решать, то, по крайней мере, для начала поднимать вопросы, которые волнуют жителей, а не слушать те песни, которые нам поют с экранов зомбоящика и так далее. Да, ну и хотел вот что сказать. Вот когда я согласование из администрации забирал, да, мне был задан такой вопрос: а какого муниципалов, например, Сосновой Поляны волнуют проблемы Красного села, да? Так вот, на мой взгляд, сам вопрос странный, да, то есть а что их-то тогда волнует, эту администрацию и так далее, что происходит в районе? Они вон вообще находятся на Германа и так далее, да, но вдобавок к этому, это уже вообще ко всем чиновникам и силовикам, которые там занимаются поддержкой того режима, который у нас случился на территории страны, да, то есть вот когда они пригоняют зондеркоманды разгонять мирное шествие граждан там или просто мирных граждан, там пенсионеров разгонять, там еще учителей, там еще кого-то, да, то есть что их этот вопрос-то не занимает, да, то есть они же не парятся и пригоняют эти зондеркоманды из других регионов, там в Москву, в Питер, там вообще куда-либо, вон там в ШИЭС понагнали непонятно этих чмарей, чопиков. Ну и как-то не парятся они, да, на то, что пригонять непонятно кого, да. Ну и я могу сказать, что мне, как жителю России, вообще не все равно, что происходит в моей стране. И мне не все равно также, что происходит в мире, как... Я считаю, что любому честному человеку, когда попираются гражданские права и свободы, ну и Конституция нарушается и так далее, прикрываясь там всякими федеральными законами, там подзаконными актами, которые впрямую противоречат тому, что написано в Конституции, ну и так далее, да, но это пускай останется на их совести. И я уверен, что каждому по делам воздастся. Днем раньше, днем позже. Так что приходите в открытую приемную, высказывайте свои проблемы. Если кто готов помогать, подходите так и говорите, что хочу помогать там с распространением газет, там, с распространением агитации и так далее. В принципе, работа найдется всем, если кто готов помогать. Все.